Безжалостный огонь войны. Может ли он принести что-то, кроме разрушения? Да. История сохранила удивительный факт. В пожаре Великой Отечественной зародился совсем другой огонь, несущий тепло, дающий надежду на будущее. К весне 42 года в Куйбышеве работали 123 эвакуированных предприятия. Как на фронте батальоны просили огня, так в тылу огромный промышленный комплекс требовал топлива. Привозимого по железной дороге угля катастрофически не хватало. Требовалось быстрое и принципиально новое решение проблемы. Сегодня трудно представить, что такое возможно. Первый в стране газопровод Бугуруслан-Похвест-Куйбышев протяженностью 160 километров, в обстановке строжайшей секретности, в тяжелейших условиях, из-за нехватки техники практически вручную, был проложен. Из воспоминаний академика Баксермана. Сооружение газопровода Бугуруслан-Куйбышев имело исключительно важное значение не только потому, что обеспечивало топливом крупнейший промышленный район, но и потому, что появилась уверенность в возможности строить магистральные газопроводы. 15 сентября 1943 года в стране началась транспортировка природного газа. Началась история «Газпром-Трансгаз-Самара». В победном 45-м предприятие называлось «Трест Куйбышевгаз», осуществляло добычу и транспортировку газа, а также промышленную и бытовую газификацию. В 46-м году в квартирах куйбышевцев стали появляться газовые плиты. До 48-го года Куйбышев и область получали бугуруслановский газ. Позднее в эксплуатацию были введены Аманакское, Похвестневское, Мухановское, Кулешовское месторождения. Почти сразу после начала газоснабжения городов и промышленных объектов газовая промышленность страны стала искать способы повышения его надежности. Первое в СССР подземное хранилище газа, Башкатовское, было сооружено в 1958 году для повышения надежности газоснабжения города Бугуруслан в моменты пиковых нагрузок. Через год началась эксплуатация Аманакского ПХГ. За ним последовали Михайловская, Дмитриевская и Кирюшкинская. В декабре 1969 года дорогой подарок получила Ульяновская область. По газопроводу «Старая Бинаратка» Димитровград-Ульяновск газ пришел в областной центр. Территория деятельности предприятия стала включать в себя еще один регион. Открытие огромных газовых месторождений Западной Сибири положило начало строительству газопроводов большого диаметра. В начале 80-х завершилось строительство магистральных газопроводов Уренгой-Петровск, Челябинск-Петровск и Уренгой-Новопсков. В составе Куйбышев-Трансгаз появились 5 новых управлений – Северная, Сергиевская, Тольяттинская, Сызранская, Павловская. В этот период отдельные газопроводы, расположенные по всей стране, начали складываться в единую систему газоснабжения. В лихие 90-е, когда менялся политический и экономический строй, рушились давно налаженные схемы и связи, единая газотранспортная система продолжала связывать города, области, республики. Предприятие «Газпром-Трансгаз Самара» пополнилось сервисными филиалами и службами. Созданная сеть сервисных подразделений позволяла обслуживать производство собственными силами. Основная задача – транспортировка и подача газа потребителям – выполнялась. Сегодня компания «Газпром-Трансгаз Самара» – это современное, высокоэффективное предприятие, обеспечивающее транспорт природного газа и его поставку потребителям 7 регионов России – Самарской, Ульяновской, частично Оренбургской, Пензенской, Саратовской областей, республик Мордовия и Татарстан. Всего в эксплуатации общества находится около 4500 километров газопроводов высокого давления. Объем ежегодного транспорта газа составляет более 80 миллиардов кубометров. Численность работников предприятия – около 5000 человек. Общество осуществляет бесперебойное газоснабжение производственных объектов и населенных пунктов на территории своего присутствия. Курирует строительство новых газопроводов и газовых объектов. Предприятие полностью соответствует международным стандартам в области качества, экологии, энергоэффективности и обеспечения промышленной безопасности. Компания «Газпром-Трансгаз Самара» является экспериментальной площадкой по внедрению и апробации новейших научно-технических разработок в газотранспортной области. Горизонтально-наклонное бурение методом кривых. Система утилизации адоранта. Технологии использования энергии управляемого взрыва и многое другое. Предприятие реализует целый комплекс природоохранных мероприятий, не первый год становится призером областного конкурса «Эколидер». Общество активно занимается благотворительной и социальной деятельностью, являясь инициатором целого ряда проектов, направленных на оказание помощи в развитии культуры,
науке, экологии, образовании и пропаганде здорового образа жизни. Многие социально-благотворительные проекты, такие как «Победа России», «Уроки доброты», «Раскрасим мир», не первый год занимают на конкурсе пиар-служб ПАО «Газпром» призовые места. Вот уже более 75 лет компания «Газпром Трансгаз Самара» работает на благо регионов присутствия и всей России, являясь надежным звеном газотранспортной системы ПАО «Газпром».